Вспоминая Францию, композитор написал с особой любовью. Это романтическое по характеру сочинение отличает свежесть мелодического рисунка, напевность, яркость и богатство импровизационности, разнообразие гармонии. Произведение «Вспоминая Францию» посвящено друзьям Ерулана Мусахановича, Янику и Франсуазу Мерсье, улочки Парижа, Эйфелева башня, Елисейские поля, милые сердцу уголки. Все это мы услышим в музыкальной зарисовке «Вспоминая Францию». Танцевальную композицию «Импровизация» в хореографии Гульзиры Ашимовой исполнит учащийся Алматинского хореографического училища имени Александра Селезнева.